сколько саранчи. И картошку всю съела. Небывалое нашествие саранчи продолжается в Волгоградской области. Под слоем насекомых скрылась округа поселка Краснодонский и Лавлинского района. Местные жители записывают видео, которые выглядят как оживший фильм ужасов для дачников, фермеров и инсектофобов. Саранча заполнила асфальтированную дорогу и прилегающую землю. Прожорливые насекомые обосновались во дворах личных участков. Сидят на заборе, земле и крыше. На все это с замешательством взирает пес. С опасным для урожая насекомым сражаются и неравнодушные жители, и администрация. Но вредителя не становится меньше. Наоборот, каждый день появляется все больше особей. Люди понимают, что скоро она пойдет на поля, и остановить ее будет практически невозможно. При этом волгоградцы опасаются, как бы орда саранчевых не дошла до соседнего хозяйства Сады Придония, до него около 18 километров. Ранее эксперты опознали хищных насекомых, участников нашествия на Волгоград. Оказалось, что это серый кузнечик, а не активная саранча. Первые сообщения о нашествии саранчи появились в начале июня 2023 года. Прожорливые насекомые атаковали хутора Авилов и Белужина, Колдаиров и Лавлинского района. Затем специалисты Россельхозцентра потравили очаг саранчевых вблизи Гончаровского сельского поселения Паласовского района. Режим, повышенный по саранче, уже введен в 4 районах – Быковском, Паласовском, Старополтавском и Среднеохтубинском. Кое-где жители возлагают надежду на розовых скворцов, истребителей саранчи.